Всем привет! Кому привет, тому привет, кому ассалам алейкум, тому ассалам алейкум. И везем нашего Юсова учить на экстремальный вид спорта — горные лыжи. Гаммада мучно, цемей лазер. Слишком болтается и шумит. Бери этот цепь, который шумит. Ну вот это шумит. Делаешь, как будто какать хочешь. Да. Ты что, какать хочешь? Это я должен такое лицо сделать, что какать хочу. Машина не едет, не тянет. Даже с цепями. И едет еще Джафаров Кабил Ахатович. А где твоя борода, ахи? Сири! Вот так. Остановись здесь. Остановись. Ну как он? Не смущается. Давай чуть-чуть отдохни, может, еще раз пойдешь взять. Не, без помощи не сможет. Давай, дядя пойдет, дядя будет рядом стоять, держать тебя, дедушка. А ты просто сам без его помощи будешь катать. Дедушка от него устал, он не слушается дедушку. Ты не слушаешься дедушку? Иди позови дедушку, еще раз с ним покатайся, иди. Я заплачу ему, иди. Юсову очень понравилось, он сильно устал, но несмотря на это, он третий раз делает попытку, уже третий час у него, наверное, все ноги, все руки, все болит от падения инструктором. Потом, говорит, один раз, говорит, хочу сам. А инструктор сказал, что ему больше нельзя, говорит, он утомится дальше. О, ты уже стоишь, смотри, тормозишь, красава! Сюда, лежи, сюда, не торопись, вот так. Не смотри на меня. Слушай инструктора. Вот так, молодец. Молодец, давай. Ко мне. Большой, вот так. Молодец. Ну как, впечатление есть? Нормально уже, видишь, на ногах. Красавчик. Я устал. Я не беру детей. Я как-то не знаю, как попался, как говорится. Да? Сильно болят, Юсов? Нет. Нет, у них все. Большой? Да, да, вперед, смотри. Вот так ко мне. Не смотри на меня. Не смотри на меня. Молодец, вот так. Молодец. Куда я еду? Там кровь за это. Иди, я тебя догоню. На меня смотри, пошел за мной. Гоняй по прямой, ноги вместе. Не делай треугольник, ноги вместе. Юсу, здесь нету склона. Если ты не будешь по прямой идти, у тебя скорость сбьется, у тебя палок нету, ты не сможешь разогнаться. Ноги вместе, пошел. Ну, чтобы я тебя снимал, ты должен впереди идти. Не стой, иди вперед прямо. Дай ему чуть-чуть разогнаться, по прямой отпускай его. По прямой отпускай, пускай разгоняется. Пускай прямо. Смотри, впереди будет потом трудно. По прямой пошел. Ноги вместе, пошел. Давай, за мной. Здесь трассы нету, сюда, эй. Вот она трасса, вот. Вот пошли туда. Молодец. Рано не поворачивай. Чуть попозже поворачивай, попозже, чтобы скорость убить. Ноги вместе, пошли, скорость, вместе, пошли. Сейчас прямо отпускай, там подъем. Хочешь отдохнуть? Отдыхай. Я за тобой не мог угнаться. Потому что я еще как пуля. Молодец. А тебе еще надо перемещаться долго. Чуть-чуть одну ногу приподнимай при развороте.
ногу одну приподнимай. Давай здесь по прямой, по-быстрому. Там по прямой, по-быстрому. И там внизу тормози. Молодец. Отдыхать хочешь? Отдыхать. Давай ноги вместе! Вместе ноги, давай, давай, вместе, вместе! Я тебя обгоняю! А ну-ка обгоняй меня, давай! Иди вперед! Вот тебе дорога! Ноги вместе давай. Давай сюда, 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 сюда. Ну как тебе? Понравилось? Все, встаю. Пап, я хотел вот туда поехать. А вот там не надо, там уже дорога. Нам туда не надо, нам наверх надо. Сюда. Thank you.
Папа. Потому что ты за тебя, ты не стал, не подсказал, куда ехать. Я на тебя уже я назрелся. Зато здесь круто. Да. Да, круто, круто. Я научился кататься на лыжах с палками. Упал 3 раза. А я всего лишь 2 раза упал. Это мало. Ну тогда всем пока. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Катайся на лыжах. И пока. Занимайтесь экстримом. Это очень полезно для организма. И всем бай-бай!